Так, друзья, доброе утро. Вот, наступило лето. Продолжается общение с уникальными людьми. Эти люди должны быть все. Это мое еще одно социальное предложение. Такие люди должны быть все в особом реестре. Вот. Наверное, существуют какие-то... На учете берутся где-то кто-то, государственные такие есть реестры, а вот садоводов нет. Вот. И варимся мы в собственном соку, и если бы не интернет, мы вообще друг друга не знали бы. К сожалению, государство в этом не участвует, а зря. Почему зря? А сейчас убедитесь. Итак, перед вами, друзья, предпоследний фильм, который... сделала Гречишникова Татьяна Александровна. Вот. Это Урал. Смотрим сюда. Маленький-маленький кусочек предыдущего фильма. Так, друзья, сегодня у нас 25 мая, 23 год. Запоздавшая весна, я продолжаю вас знакомить с самыми удивительными людьми, уже не говорю про Россию, на планете. Поняли, да? Вспомнили, надеюсь. Вот приходит еще один ролик, вот он, и вы сейчас скажете, а может я преувеличил, может волшебник рук не существует, вот. Ну, смотрим. Валерий Константинович, посмотрите, как растут ваши дети и мои дети. Уже началось у некоторых ветвление. Вот, пошли боковые. Высота сейчас, наверное, ну вот мне по локоть до локтя. Сколько тут у меня до локтя? Сантиметров, наверное, самый высокий 40. Вот, кто-то начинает ветвиться, вот пошли боковые ответвления, и я очень-очень довольна, радуюсь, хожу, прихожу, говорю, доброе утро и спокойной ночи. Вот, как у вас дела, как у вас здоровье, работы, наверное, тоже очень-очень много у вас, не сомневаюсь в этом, хотя смотрю, выкладываете ролики, поэтому большие молодцы. В этом году у нас все как-то очень рано. Вот малина такая шикарная стоит, очень высокая. Это Мария, мой самый любимый сорт. Это поздняя Бенефис. Бенефис еще только-только зацвел первый бутон. У меня здесь около дома два сорта. Вот здесь только начала цвести. А Мария уже вся отцвела и наливает ягоду. Здесь, на самом деле, вот она, потом, когда созревает, ее очень-очень много. Не знаю, насколько камера берет. Вот ягоды. На вся-вся увешанные ягоды. Я обожаю этот сорт малины. Прям очень люблю. Мне кажется, не видно. Ну, ладно, когда красная будет. А когда красная, ее тоже не видно. Она потому что повисает, она крупная, тяжелая. Очень-очень вкусная. Так, вот весь ролик. Теперь отвечаю на ее вопросы. Как здоровье? Ответ у меня из анекдота. Не дождетесь. Так, второе. Шутка, но совсем не грустная. Второе, значит, как дела? Фактически вся моя работа отражена в этих роликах. Одна из моих граней моей работы, я считаю важнейшая, это раскрутка самых талантливых садоводов России. Чем, как убедились, чем я и занимаюсь. И тут я подумал, а я совершенно, где же сейчас мне искать ее данные? А если сразу в интернет? Запрос. Так, сейчас попробуем, чуть отодвинем. Я камеру снимаю, иначе... этот самый компьютер дает плохой звук. Так, Гречишникова
Мне еще надо отодвинуть дальше. Прошу прощения. Пусть так будет. О! Сразу высветилось. Вот чем хороший это интернет. Сразу высветилось. Гречишникова Татьяна Александровна Саленцева. Вот точно так же набирайте. Так. И мы окажемся в удивительном мире. Вот этот мир. Смотрите. Я время зря не терял. Вот мой фильм. А волшебница Гречишникова Татьяна Александровна. Кажется, здесь есть данные в самом фильме, вот в этом, вот, и о ее уникальных этих самых земляниках, клубниках и прочее, и много что еще. Посылка это ее канал, вот это ее фильмы. Видите, красота какая. Вот написано Татьяна Гречишникова, видеоблогер, подписчики 55 тысяч, просмотры миллион. Ничего, это добавка не помешает, если мои подписчики еще и о ней узнают. Так, ну вот, пожалуйста, дальше вы можете копнуть поглубже и познакомиться с уникальным человеком. Вот, на этом я с вами чуть не сказал прощаюсь. До свидания. Татьяна Александровна, до свидания. Это та самая милая женщина, которую я называю дочкой. Вот. До следующих встреч.